Так, сегодня у нас опять детское видео. Распакуем журнал Minecraft. Первый номер в этом году. Кстати, он появился уже в печати. Точнее, ну, на почте можно его заказать. Подписаться на него. Правильно говорил, я пометил видео как детское, поэтому никаких комментариев вы не сможете написать. И, как ни странно, в правилах Ютуба уведомление должно приходить. Я, в принципе, хотел, чтобы уведомление об этом видео не приходило подписчикам, но оно почему-то все равно приходит. Сейчас распаковываем журнал. Какая у нас обложка? Что мы здесь видим? Зомби, криперы. Владыка подземелья. Как выжить в пещере? Итак, вот такие у нас наклейки. Крипер, Алекс, зомби, Стив, курица, пес. Это курица, ну, петух. Это курица. А это что? Привидение? Это нет, это не привидение. Ладно, это наклейки. Гаски. Не будет, только она летает. Так, комикс, яблочко, арбалет. Итак, открываем на первой странице у нас. Самоделка. О, скелет можете сделать. Замечательная самоделка. Стоп, тут говорится курс на... Так, руководство для путника. Ну, это описание, то, что там внутри мы видим. Курс на углубление. О чем это? Двое мобы убираются по ночам. Ух, как страшно. Руководство для фантазии. Ну, ладно, это... Это что, это комикс, наверное, да? Нет, это... Подземное строительство. Тут что сделать? Перед тем, как закопаться под землю. А, короче, тут все посвящено подземелью. Вот, как строить подземелье. Против кого-то там бороться, я понял, да? Да. Все посвящено подземелью. Спальня тут. Короче, я понимаю, тут полезны советы, кто хочет жить под землей. Хотите жить под землей? Добыча курятины, фермы для... Это все под землей, курятина. А мы это делаем. Молодцы. История. Искра стреляет из лука. Искра — это кто? Искра. А, искра — это вот. А, она тоже у вас живет в Майнкрафте? Нет, это просто... А, это ну типа комиксы, что ли? Тут? Ага, тут еще нет. Есть. Ну, это комикс. Довольно длинный. Длинный. Потом посмотришь. Он какой. В том, что у нас жизнь под землей. Постройка бункера. Ну, это все вот посвящено подземелью. Сколько я понял? Ой, какая красивая подземная база. Ферма для выращивания растений. Портал. Там даже ферма есть. А это что вот здесь? Это портал. А вот горит. Портал. А, тут же все указано. Портал в Нижний мир. Спальня. Вот это что? Ферма. Подземная ферма даже есть. Неплохо они устроились. Портал в Нижний мир. Так, как строить? За 2 часа можно построить вот это все. Неплохо. Так, твой Майнкрафт. Вот это что? Скины кто сделал? Это сделал вот. А, это скины такие, да? Прикольно. Это что, искра что-то рассказывает? Ладно. Оформи подписку. Искра. Вот, как я и говорил. Появилось, можно оформить подписку на официальное издание. Ну, у нас уже такое было. Это декабрьский номер. У нас такое не было, такого не было. Да, не повезло. Это, как называется это вот это, сам себе голова? Ну, то, что вешают на стену. Короче. Не знаю. Ну, короче, это можно отсюда отклеить и повесить на стену, как... Да, типа мы. Нет, я не помню, как называется. Картин. Ой, еще. Ого, какая красивая картина. Это динамит. Динамит опасен, но может приносить пользу. Главное, внимательность. Монти расскажет о правилах безопасности. Короче, Монти здесь рассказывает все про динамит. А, вот оно, все про динамит написано. Зачитывать мы это не будем. Кому интересно, может и сам посмотреть. Можно... Ты играешь... Слишком много есть. Если погрузиться в кубический мир чересчур глубоко, реальный мир начнет немного меняться. Проверь себя, не слишком ли ты сильно ушел в игру. Короче, здесь какой-то тест на то, как погрузился, насколько сильно ребенок погрузился в игру.
Ну, может, не ребенок. О, тут даже вон, плюшки питомцы. Портал. Адский портал. Вот. Кулаком его. А, деревья. А это друзья? Не за руку, что ли, держит? Это Алекс. А не, нет. У него карта и пес. Преданный поклонник. Ты покупаешь все выпуски журнала про Майнкрафт и бережно их хранишь. А вы бережно храните? Если тебе повезет проскоп, ты можешь копать вход в подземелье. Там полно сокровищ. Но есть и монстры. Вот такие страшные, страшные. Совет эксперта, кстати. А, это эксперт. Тут советы интересные даются. О, драка. Замшелый булыжник. Медведь и это дерутся тут. Кто? Это медведь, это... Забыл как. Кто? Медведь, я не знаю. Это как... медведь. Как выжить под землей? Это еще советы. Короче, это две страницы советов экспертов. Там совет эксперта дает. Как ее, Лиса зовут или кто? Нет? Стоп, так. Тут написано, как ее зовут. Скаути, это скаути. Скаути. Ну как, тут полезные советы? Да. Как посадить спаутера в клетку? Это спаутер дает советы, в клетке сидит. Да, спаутер. Он спаунит всяких. Подожди, спаутер. Если кто такой спаутер? Если он спаунит, тогда он не будет спаунить. Подожди, а это скаути, а это спаунти. Спаунер. Ну, я путаюсь в ваших этих терминах. Почему он горит? Это не горит. Не тут горит, просто, да? Свет. Бирка. Седло. Железная конская броня. Бирка, ты знаешь, это что? Как она? Механическая дверь. Любой подземной базы обязательно есть красный угольный камень. Ну вот. Прогулка с друзьями, тут вода течет. Это под землей такое? Наверное. Канализация, наверное, да? Нет, не канализация, нет. Строим механическую дверь. О, это мне пригодится. Зачем? Это же под землей. Ты будешь подземную себе строить? Да, я... За 60 минут можно построить. То есть это 1 час. Да. Ага, вот. О, этот. Иссушитель. А что, что он сушит? Он не сушит. Здоровье придает. Или только надо брать здоровье? У него где-то 150 здоровья. Что можно выиграть? Звезда Нижнего мира. Даже такое есть. А смотри, почему здесь? Очень сложно победить. Кого? Иссушителя? Угу. Что, он тебя воду отбирает? Нет. Что он делает? Он бомбами стреляет. Офигеть. Ага, вот тут написано. Советы по бою. От медведа. От медведя. А кто такой медведь? Я имею в виду в игре. Настоящий медведь? Вот медведь. А ты не в игре. А в чем? В этом же, да? Медведь. Имей терпение, не нападай на осушителя сразу, а отойди подальше. После призыва осушитель вызовет мощный взрыв. И только тогда станет уязвим для атак. Бойся черепов. Боишься черепов? Вот где-то видео было, там черепа валялись. Самолечение. У вас в игре можно заниматься самолечением? Смотри, его можно создать, этого иссушителя. А мы его создавали. Зачем? Ну, а что вы видео про это не сняли? Вот смотри, тут советы, как создать его, а вы уже знаете, как его создать, вы могли бы его и создать. Такая тавтология, конечно, ну ладно. Все знают, как его создать. А я не знаю, например. Ну, конечно же, не... Смотри, тут помимо алмазного меча из очарованного лука, не лишний будет одеться в алмазные доспехи. От чудовищных атак иссушителя нет лучшей защиты. Ну как. О, задел. А это что? Вызов. За драка. За драка, да? Смотри. Хорошо ли ты знаешь Майнкрафт? Да, да. Тут тоже какой-то тест. Сколько очков здоровья у кадавра на нормальной сложности? Знаешь? Нет. Ну вот. Вопрос девятый. Какой вкусный предмет получится из этих ингредиентов? А, я знаю. Что? Тыквенный пирог. Как прям как гриб утери. Там, правда, тыквенный сок был. Это что за блок? Это этот. Изумрудная руда. Да. Это? Сколько очков опыта ты получишь за убийство лошади-скелета? Ну, я ее не убью. Почему? Мне интересно. А лошадь-скелет? Это как гриб утери. Там тоже какая-то лошадь была. А, она уже больше других нет. Скелет-иссушитель после гибели может выронить меч. Какой? Иссушитель. Железный. Ага, вот тут. Скелет-иссушитель.
даже. Вы все знаете? Угу. Посмотри, ночные опасности. Суперплоское выживание. Тут задания какие-то. А, это бросить? Нет, это, ну, что можно сделать. Понятно. Страшную тайну. У Монти не получилось ответить на... Даже у Монти не получилось ответить на все вопросы. Итак. Ого, подожди, стой. Так, вот книги. У нас какая-то была такая. Красный камень, да? У нас есть такая книга? Нет, у нас другая, по-другому выглядит. Исследователи, что-то, руководитель исследователя. Ну как, четкий журнал? Да. Вот такой журнал у нас был сегодня на обзоре. О, наклеим это куда-нибудь. И это к себе на кровать. На кровать? А у вас другие про деревню-то? Журнал еще, там много жителей. Кстати, в прошлом номере про деревню, там на наклейках не все деревенские жители, их там намного больше. Ну вот, мы прощаемся. Приятно было просмотр. Увидимся.